Здравствуйте. Короче говоря, пидорасы менты у меня вот забрали часть документов. Даже отрывной талон у меня пропавший, смартфон был Lenovo. И это забрали. Часть документов у меня там копии забрали. Говорят, они там эти 800 миллионов забрали. Ну вот, спецслужбы. Спрашивайте с тех пидорасов. Из-за них моя невестка стала вампиром. Вчера Facebook там смотрел одно видео, и, короче говоря, там, короче, иностранец. Ну вот, представьте, да, вот эти вот гниды придумали всякую фигню. Ну а сейчас мне надо вот где-то в другом месте, не в поликлинике, делать вторую инъекцию спутника ВИ. И, к слову говоря, я вот не болею просто вот этой всякой фигней. Ночью снова, наверное, приходили эти гниды. Мне уже достала такая жизнь. Но если вот тувинцев всех истребят, начну жить по-нормальной. Прикиньте, да, вот. И там, короче, Facebook посмотрел, как там один блогер троллит ментов. Ну, если так, тувинских полицейских, да, вот, мусоров ебаных, так троллить, они вот законов вообще не знают, да, вот, понимание этого. И даже по-русски нормально разговаривать не умеют. Вот там записи регионального телеканала, посмотрите, как там они вот еле-еле выговаривают на русском. Ну а сами себя там важных из себя там делают. Вчера ходил в шаманское общество. И, короче говоря, что было в августе. Ну вот, прикиньте, да, вот этот топчанул, обманул. И, короче говоря, ни крена хорошего. Опять мать всякую фигню варит. Меня вот эта мать уже достала. Были бы у меня деньги, я бы уехал в другой регион. Там, короче, когда просто вот уезжаю, ну, допустим, я вот недавно уезжал в Москву, просто вот уехал и начал слышать, да, вот этих призраков. Ну, а там всего лишь надо вот огонь развести, огонь покормить. А в этом понимании у меня сейчас вот, как я вот говорю, мать меня вот намеренно злит, бесит, да, вот, как бывало вот в 16-м году, в 17-м году. Она вот сама начинает скандал ближе к вечеру. И как бывало один раз, она вот с утра меня как проснулся, начинает бесить. А тут, короче, вот всякие препараты добавляют. Прикиньте, да, вот вчера несколько стаканов пива выпил. Прикиньте, да, вот почему-то меня очень мутит. Как будто меня вот черепно-мозговая травма.
И, короче говоря, ну, такие вот твинцы нахуй по жизни. Ну, а в этом понимании, что с шаманами? Ну, вот они обманывают. Я что-то перестал верить. А так, я вот тех хороших шаманов, которые помогают, я вот по пальцам могу пересчитать одной руки. Всего-то. И представьте, да, вот несколько тысяч шаманов, ну почти. Из них всего лишь несколько шаманов, которые реально вот помогают. И к слову про книги 18-го года публикации. Там, короче, вот Юрий Николаевич постоянно вот забываю, да, вот про такие вот мелочи. И, короче говоря, когда он мне дал эти книги, две книги, потом еще третью дал. И, короче, дал блокнот. Когда он мне дал блокнот, и как оказалось, потом вышел фильм, вышел американский фильм про гражданскую войну. Там, короче, один американский президент хранил свой блокнот и дружил с вампиром. И, короче говоря, этому вампиру говорил: ну что, вот просто надо вот дожить жизнь, да, вот. И, короче говоря, то ли там этот вампир дал блокнот, то ли этот президент там. И, к слову говоря, если там подходит ко мне вампир, у меня вот зубы начинают кровоточить. Это вот ранее вот много лет бывало. А сейчас вот осенью в Москве побывал. Как невестка вот дала мне гель. Прикиньте, да, вот летом. Много лет назад вот нашел, брат, короче, нашел надувной матрас. Там, короче, дырявый был. Мы, короче, потом не смогли склеить и просто вот не смогли вот вырезать. А вырезали, короче, и, короче, этим летом мне снится, что вот там, короче, вот река мутная. И, короче, я вот плаваю на надувном матрасе с кем-то. И, короче говоря, поехал в Москву. И, короче говоря, там брат с невесткой мне купили надувной матрас.